Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Великобританию изолировали от мировых поставок овощей и фруктов. Британская вещательная корпорация BBC сообщила, что Великобритания погрузилась в грандиозный овощной кризис, ставший следствием сокращения поставок импортного продовольствия на британский рынок. Министр продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Тереза Кофи произвела фурор своим выступлением в Палате общин парламента, куда ее прислали для того, чтобы получить объяснение о причинах острой нехватки продуктов в британских торговых сетях. До этого сообщалось, что крупнейшие торговые сети Великобритании Tesco и Aldi ввели ограничения на продажу огурцов, помидоров, перцев и лука в одни руки. Дефицит овощей и фруктов привел к резкому росту цен на эти продукты. Супермаркеты Asda и Morrison ввели ограничения на продажу цветной капусты, зеленого салата и малины. Британский министр продовольствия и сельского хозяйства заявил членам парламента, что основной причиной продовольственного кризиса в стране стало небывалое сокращение поставок в страну импортных продуктов. Ключевые поставщики в лице испанских и марокканских компаний переориентировали поставки своей продукции на рынок Евросоюза. Произошло это вследствие того, что европейские продуктовые сети стали платить больше британских. За импортируемые овощи развернулась настоящая война из-за плохого урожая в странах экспортеров продуктов. Сообщается, что испанские фермеры столкнулись с неурожаем овощей из-за жаркого лета и засушливой осени, а марокканские фермеры пострадали из-за холодной зимы. При этом более вероятным является то, что сельскохозяйственные державы сократили объемы выращивания овощей и фруктов вследствие существенного роста затрат на импорт минеральных удобрений. Дело в том, что и Испания, и Марокко критически зависят от импорта американского сжиженного и алжирского трубопроводного газа, из которого производятся азотные удобрения. Возвращаясь к Великобритании, отмечу, что выход страны из ЕС сделал британский рынок менее привлекательным для экспортеров продовольствия. Британские чиновники, не имея представления о том, как побороть продовольственный кризис, предлагают жителям Великобритании ускоренными темпами переходить на местную репу, которая может стать заменой всем заморским овощам, начиная от картофеля и заканчивая помидорами.